Здравствуйте, мои друзья! Сегодня поделюсь с вами очень легким, вкусным и в то же время красивым салатом на праздничный стол. Не только на праздничный, можно его готовить и каждый день, потому что он считается ПП из ряда диетических салатов, но при этом он не уступает своими вкусовыми качествами ни одному другому салату, который можно поставить на праздничный стол. Честно, очень вкусный, мне нравится. Поэтому давайте я вам покажу, как он готовится. Итак, для приготовления салата нам понадобится пекинская капуста. Можете взять, заменить любым другим видом листьев салата, который вы любите, предпочитаете. Йогурт. У меня 10% йогурт. Так, вот. Соль, перец. Пармезан. У меня здесь уже нарезанный такой ломтиками. Пармезан можно любой натереть на терочку или нарезать, как вы считаете нужным. У меня здесь 150 грамм буженинки копченой, 2 маленьких лучка шалот, 2 огурчика, 2 отварных яичка и 4 маленьких помидорчика черри. И болгарский перчик, четвертинка. Все, нарезаем все и отправляем в салатник. Я сначала подсолю немножко листья салата. И немножко примну их руками, вот так вот, чтобы они стали мягче. Нарезаем лук-шалот маленькими колечками, он очень нежный. Если нету такого лука, можно использовать любой лук, зеленый лук или салатный, красный. Главное, чтобы не очень острый был, потому что он тогда будет перекрывать все вкусы присутствующие. Вот такой вот красивый, нарядный и в то же время достаточно легкий и полезный салатик получается у нас с вами, который можно поставить на праздничный стол. Да и вообще очень легко готовится, можно готовить очень часто на каждый день, просто на обед или ужин. Смотрите, какой он легкий и воздушный.